Я не знаю, записался ли мой путь сюда, потому что это был эпик, но я надеюсь, что, по крайней мере, запишется путь обратно, потому что это лучший тест стабилизации новой GoPro Hero 7 из всех, что я видел. Попробую поехать обратно, там пара щелей есть, которые, конечно, прям порадовали. Не угадал. Ай. Да ёпарс. А, мы в щели, что ли, застряли? Я думаю, что за... Вот это поворот. Сейчас. Опа. И такое бывает. Так. Так. Вот три ямы, которые мне прям нравятся очень сильно. Поэтому пойду их пешком. Развлекаться так по полной. Щели, конечно, радуют просто. Надо было здесь ехать, ну ладно. Ай. Так, и последняя там еще есть. Шел третий день.
Отлично, еще и сел. Нога за подножку зацепилась пяткой. Фу, это класс. Не, реально класс. Фу, вот это эндуро.